Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Обычный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о топ-10 фишках, которые нас ждут в iOS 14. С чего хотелось бы начать? То есть, что мы ждем в iOS 14? Кардинальных изменений не будет, возможно, внесут некоторые лепты, некоторые изменения в те программы, которые занесли в iOS 13, просто их усовершенствуют. Что у нас здесь есть? То есть, самая первая фишка... Это будет приглушенный вызов, то есть такой мини-виджет, когда вы будете смотреть видео, играть, либо же там снимать фото, видео, еще что-то, вот что-то в этом плане, оно будет нас не надоедать, вот примерно вот такой мини-виджет будет вылетать, то есть не сбивать вам полностью ваши какие-либо действия, и вы будете свайпом снизу вверх его убирать, либо же отклонить, либо же принять вызов. Вот так это будет выглядеть. Дальше Siri будет использоваться без использования интернета. Может неполноценно, но уберут хотя бы на 50%. Она будет как ассистент в офлайне. Темный режим. Также классно завезли нам темный режим. Он будет более эффектным, более продуктивным, более качественным. И не так будет садиться батарея из-за него. И, конечно же, долгожданный свайп русской клавиатуры. Сейчас, как мы знаем, ее нет. Сейчас есть на английском только. Вот. А на русскую еще не завезли, но будем ждать. Она уже должна быть в iOS 14. Дальше. В Apple Music у нас завезут использование режима караоке. Именно не только для тех песен, которые вы купили в Apple Music, а и те, которые вы просто загрузили. То есть будет идти синхронизация через интернет и будет доступна вот таким вот способом. Следующая также фишка — это в Apple Music ставим прямо с плеера музыку без обрезки. То есть выбираете трек и на вызов, на звонок на каждого абонента выбираете и ставите, как вам будет нравиться. Повышение автономности, повышение производительности, естественно. Новый режим редактирования фото. Что мы знаем в старом? То есть, если мы нажмем править, нам и так завезли кучу всяких фишек. То есть, здесь конкретно редактирование фото, как фильтры есть, так и светочувствительность, так и мы меняем вообще все, что нам нужно, заменяют многие сторонние редакторы. Очень классно. Это то же самое касается и для видео, фото-видео. И также будет Deep Fusion, о том, что мы знаем, что предоставили в iPhone 11, 11 Pro. Ночная съемка будет доступна для всех устройств, которые поддерживали iOS 13. Вот, может, конечно, какие-то там уберут более слабые, но Deep Fusion, как мы знаем, есть в App Store, аналоги этих программ. На самом деле это программный код всего лишь, вне зависимости от устройства. Это просто маркетинговый ход, чтобы покупали более новое устройство. И так далее. B2B. Ювелирная компания, которая существует в Украине с 2018 года, августа месяца. Они принимают депозиты на вклад в серебро и золото, закупка ломом и продажа изделия. Здесь предоставлен выбор выплат. Еженедельно, ежемесячно, раз в 3 месяца, раз в полгода, раз в год. Более-менее будет понятно здесь, как я расписал. Это будет тот процент от той суммы, которую вы вложили. Очень приятно, комфортно, приятные дивиденды, карьерный рост. Ссылка в описании. Вот, эти все топ-10 фишек я оставлю в комментарии, если хотите с ними отдельно ознакомиться, дам описание. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. Делитесь этим видео с вашими друзьями и близкими. Всем пока!